Познакомился с тобой я случайно в интернете. Почему так далеко? Ты в Москве, я в Красноармейске. Встречи ты со мной ждала, как раньше с армии 2 года. Как поздно нас судьба свела, она капризна, как погода. Редисочку посадили, свеклу, вон редисочка уже входит. Там посадили яблоньку, голд называется, желтые вкусные плоские яблоки. Так, а тут помидорчики. Вот это 100 штук помидорчиков, розовый гигант, называется розовые сладкие вкусы. Да, тут Лена подготовила уже. Тут щавель входит. Тут еще одни помидорчики. Да, еще 50 штук помидорчиков. Недавно посадили щавель. Не так понятно. Короче, это алыча. Да, травку надо выкапывать. Выкапывать надо, Лена. Корнями. Да, месяц назад здесь травы не было. Все было чисто, но уже она поднялась, потому что много не копалось. Тут лет сколько. Да, молодец, умница, труженица. Неленивая девочка. Осторожно, там посажено. Деревцо. Ну ты смотри. Да. Это у нас, по-моему, алыча посадил. Да, тут еще полно работы. Это персик бедненький. Или, наверное, близко к костру был, когда мы тут полили весь этот мусор. Эту траву, наверное, пострадал от жары или заболел.
много спета. Да, немножко тут садили туда. Вот лесу, но это песня для тебя. Так, вот здесь вперед. Тот Берстик ходил два года, что-то он не принялся, вроде бы из больших. А то грушка, яблоня. Да. А вот еще есть. Да, тут работы, короче, много. Это абрикоска. Последние три года. Первый год 12 штук, второй год 50 штук. В этом году может быть будет. Нравится. Уже самой нравится выходить, что-то делать. Да, конечно. Природа, потом можно будет посидеть спокойно, да. Просто, да. Проверили. Столик сделал, стульчик потом. Проверили интернет, в огороде ловит интернет. Класс, да. Красота, можно напрямую показать. А вокруг прохлада сада. Ну тут мы посадили раньше времени, думали, рано пришла весна, а потом выпал снег, были морозы, и, наверное, ничего не получилось по новой. Да, это через. Туарек. Это наш рейтинг. Туарек. 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 Ну что, привет, животное. Ну прыгай, как ты прыгаешь? Давай, попрыгай. Давай. Мы такая хорошая собачка. Да, играться любит, да. А ну попрыгай, попрыгай. Вот, а ну и. Вот, молодец. Ты в цирке не работал на полставки, не? Да? Работал в цирке, а ну прыгай. Давай. Да, вот. Так, это наш колодец. На всякий случай. И воду. Отключат. Воду наливаем. Это отсюда мы поливаем. Огородик, шланга протянута. Скряжовник. Не знаю, эти цветочки надо вырывать. Это уже. Да. Вот, да, балкон. Да, тут планируем балкончик сделать. Возле лифта там возле мечты. В общем, вот такой выход на огород. Сейчас так большой, где-то 10 соток. Огорода общего плана 13. Ну конечно, а как же ж нашу героиню хозяйственного труда не снять? Молодец, мечты. Умничка, да. Москва тобой гордится. Это чисто тело. Чисто тело иногда раны там всякие лечит. Там есть сок такой, из него йод делают. Да, если нужно было бы, я могла бы сорвать и вам привезти. Да, если... а эту алычу я пробовал. Да, вот эту вот папе могла бы, да, привезти. Посадить, что-то она не принялась. Так, только нет. Я не знаю, вот не испортится. Осторожно, лапочка. А что там? Ну там дупло. Это тут был. Да, это. И поэтому я случайно выгорел, не выгорело дерево, орех было. А как оно так умудрился? Дупло это. Не дупло, это остатки дерева. Остатки. Пня, да, оно же выгорало, и дырка была. И вот остальное тут выдергиваю, вырываю. Ну здесь, понятно. Вот, покажи еще. Здесь да. Показываю, да? Как я буду делать. Сейчас уже вот здесь буду начинать копать. Да. Яму, кажется, хочешь выровнять, да. Запущено, конечно. Да, у Лены получается лучше уже копать, чем у меня. И вот, и вот здесь. Я в основном сажу. Вот руками выдергиваешь. Мне не доверяет копать, да. Да, я ему не доверяю, потому что у меня лучше получается. Я все выкапываю до корней просто, поэтому. У него почище. Да. Молодец. Просто чтобы меньше работы было. Угу. Чтобы в следующий раз не так было много выкапывать. Ну не тяжело тебе. Нет, а что тяжело? Я же, когда есть время. О, вот, только что письмо пришло, глянь, тут интернет. Да, прямо. Через роутер у нас работает. Через дом. Да, тут и шлангочка сразу вот идет. Уже говорил, поливать огородик. А, огородик, вот. Да. Да, ну, у нас тоже такой шланг есть на даче, я тоже хватает поливаю. До конца огорода. Да. Это у нас вишенка.
Давай, Сереженька, а да. Вот здесь, пожалуйста. Вот тут мы уже показываем участок. Да. Молодец. Ну все. Подожди, Митечка. Вот, видите, чистотел вот это. Если папе нужно, я могла бы сорвать. Вот это вот. Не знаю, просто очень много. Да, много. Поэтому мы все срываем. Да иди. Ну все, лапочка, давай. До связи. Всем привет. Привет.